Вижу, вы очень хотите узнать, что же нового будет добавлено в Motor Depot, раз решили глянуть этот видеоролик. Что ж, в таком случае хочу пожелать вам приятного просмотра, с вами Данич, и мы переходим к сути этого видео. В официальной группе COS Games на днях выложили 11 новых скриншотов, и на каждом из них было что-то новое. Все 11 скринов вы увидите в ближайшие пару минут. Начнем с самого менее сенсационного и закончим самым неожиданным и приятным. Новые авто. Среди них 5 отечественных и 1 чешская. УАЗ-2108, ИЖ-2125 комби, Лада Нива 2131, УАЗ-969, ЕРАЗ-762 и Авиа. Уже второй чешский грузовик в игре. Первым является Татра. Новая система. И это выбор скинов. На данном скриншоте мы видим 5 различных персонажей, среди которых 4 мужских и 1 женский. Будут ли еще скины, неизвестно. Новые прицепы и, возможно, бизнес. Цистерна, которая мне сразу напомнила те самые американские хромированные цистерны. Полуприцеп сортиментовоз. Подобное мы видим впервые. До этого были только цельные прицепы и отдельные кузова. Погремушка для гражданских авто. О да, этого все давно ждали. Те самые советские прицепы. Кстати, до сих пор их вижу на улицах своего города. Ну и последнее, что нам показали, это фуд-трак на базе мини-прицепа. Смею предположить, что возможно это новый бизнес, который будет приносить пассивный доход. Но я могу ошибаться, и это обычный прицеп, который нужно будет таскать из пункта А в пункт Б. А открывающийся навес — это всего лишь анимация для реализма и все. Вопросы по типу «а когда обновление» весьма глупы, и они будут игнорироваться. Ну а что вам понравилось больше всего, и что вы думаете по поводу фуд-трака, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр, возможно, встретимся в следующем видео или на стриме.